северных районах отопительный сезон уже стартовал. В Катангском районе сегодня уже запущены 8 котельных. В целом же область к зиме готова на 90%, что даже выше запланированного. Об этом в интервью нашей программе сообщил замминистра ЖКХ региона Евгений Ветров. По его словам, опережают график подготовки и те районы, которые по имеющейся ранее информации назывались в числе отстающих. Это Казачинск-Оленский, Усть-Кутский, Нижнеилимский и Бодайбинский. Необходимые запасы топлива в этих северных территориях уже созданы. Сейчас ведется работа по диагностике котельного оборудования и теплосетей. Прокомментировал замминистра и ситуацию в Черемхове. Напомним, накануне мы рассказывали, что федеральные СМИ разместили информацию о возможном срыве отопительного сезона в городе Угольщиков из-за того, что областной бюджет не перечислил муниципалитету так называемую топливную субсидию, предназначенную на закупку угля. Замминистра пояснил, деньги в муниципалитеты перечисляются по заранее установленным графикам, и к началу отопительного сезона Черемхова получит всю необходимую сумму. По конкретно Черемхово-Черемховскому району на сегодняшний момент нормативный запас топлива составляет выше 50%. К началу отопительного сезона будет сформирован, учитывая, что город находится в непосредственной близости с разрезами, то есть там отсутствует необходимость формирования нормативных запасов на длительный период, то есть достаточно 15-суточного запаса. Конечную точку в споре муниципалитета и области поставит отопительный сезон. Как он пройдет в Черемхове, наша программа будет пристально наблюдать за развитием событий.